собственные теплицы, чтобы выращивать свежие овощи. Об этом мечтали сотрудники и воспитанники Алмазовской школы-интерната. Компания «Газпром» космические системы, следуя популярному слогану газового гиганта, решила исполнить это желание. В год экологии сотрудники предприятия облагораживают территорию школы, высаживают цветы и монтируют долгожданные теплицы. Доброе дело вдвойне. Компания «Газпром» космические системы не только помогает озеленить территорию. За этим более глобальная цель – помочь ребятам социализироваться, приучить их к труду и взаимопомощи. Выбрали их интернат, потому что они находятся еще в муниципальном районе, потому что здесь особенные дети, они нуждаются в нашей помощи. Спросили, что им, какая помощь им в первую очередь необходима. Она сказала, что сейчас, конкретно сейчас, им хотелось бы заняться именно экологическим воспитанием детей, что очень хорошо легло и в наше понимание. Сразу поняли, что это очень ответственные, очень серьезные люди, и они готовы помогать детям, готовы как бы наших детей социализировать, готовить к самостоятельной жизни. Оказывать шефскую помощь коррекционной школе космическая дочка «Газпрома» решила в этом году. Начало положено. Дети уже побывали на экскурсии в телекоммуникационном центре компании. Сейчас же с большим интересом участвуют в экологической акции. Сажают и поливают цветы, а также помогают устанавливать теплицы, чтобы потом свежие овощи попали к ним на стол. Сегодня мы сажаем цветы, строим теплицу, я там пазы кручу. Не сразу справился, но потом мне все объяснили, сказали, и я сделал все как надо. Сотрудники спутникового предприятия эту акцию активно поддержали. С экологической миссией пришли целыми семьями и по-настоящему подружились с ребятами. Чем больше мы участие принимаем в жизни, тем больше мы заботимся о себе и о своем будущем, о будущем нашей страны. Решили помочь именно делами. И компания приобрела теплицу, и мы собрались с работниками выйти в субботу для того, чтобы помочь детям собрать эту теплицу. В наше нелегкое время вот хочется, вот, чтобы было побольше добра, добрых поступков, вот, и внести как бы свою лепту в это дело. Хорошо потрудившись, взрослые дети отправились на чаепитие. После ребят ждали познавательные экологические игры. Сотрудники компании «Газпром» космические системы познакомили детей с правилами раздельного сбора мусора, рассказали о важности переработки отходов, а также предложили поучаствовать в интересном эксперименте – самим вырастить растения в яичной скорлупе. Все участники мероприятия уверены, каждая такая акция делает мир немного лучше, приносит добро и тепло, которые так необходимы детям. Наталья Медведева, Михаил Черепанов, телерадиокомпания «Щелково».